Яндекс News. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы будем говорить такие интересные вещи. Начну издалека. Начну с себя. У каждого врача есть такой опыт, когда к тебе пациент записывается на определенное время, потом не приходит, даже не позвонив и не предупредив об этом. То есть он просто исчезает? Он просто исчезает. И это, кстати, есть специалисты, он записывается задолго, заранее, и вдруг человек исчез, и время пропадает. Туда не попадает человек, кто действительно нужен, врач зря сидит в своем кабинете. Кстати, сейчас же мелькают предложения, может, очень здраво, если человек не приходит на заранее назначенный сеанс, он должен платить его. Я думаю, что это здравая мысль. Ну, если у него нет уважительной причины. Ну, естественно. Даже уважительная причина, человек себя может позвонить почти всегда. Я могу сказать по своему опыту, бывают люди, которые записались, они тебе за день звонят или присылают смс-ку, что их не будет. Есть люди, которые позвонят тебе в тот же, скажут, как ты очень занят, доктор, вот не до вас мне, вот не приду сегодня, это раздражает. Если ты просто, что человек тебе звонил, говорил, как ему плохо, спрашивал, как можно быстрее попасть. И в итоге человек просто не появляется без всяческих на то объяснений. А есть и другие сферы, где это происходит. Например, люди, которые принимают в компании кого-то на работу, знают, что есть такие ситуации, когда пришел кандидат на собеседование, сказали, поздравляю, вы приняты. А кандидат сказал «да» и не пришел больше никогда. Не позвонил. Ему звонят, его ищут, думают, что-то случилось, надо что-то уточнить, а его просто нет. Ну и ситуация знакомая, наверное, каждому из нас. Когда-то мы в каком-то периоде жизни это проходили. Начались у вас какие-то романтические отношения. У кого-то они только начались, у кого-то они уже какое-то время продолжаются в полном объеме. И вдруг ваш партнер или партнерша просто исчезает. То есть перестает брать трубку, перестает. Это называется исчезает с радаров. Хотя вроде бы ничего не предвещало. Ничего не предвещало. Человек не берет трубку, человек не отвечает на твои звонки, на смс, и он просто молчит, он просто пропал. И вот все это явление получило в англоязычной психологии название «гоустинг». Слово «гоуст» – призрак. То есть человек становится призраком. Он, вот он был, а вот его нет. Он исчез мистически, как вот призрак растворился где-то, и больше никто его никогда не видел. И главное, непонятны мотивы, непонятны причины, почему это произошло, ведь все вроде для него складывается успешно. В том-то и беда. Почему мы об этом говорим? Где самая чувствительная сфера, в которой гостинг людей задевает, ранит? Ну, ладно, человек не пришел на работу, на которую он устроился. Бывает. Люди понервничали, плюнули, помянули его недобрым словом и наняли на работу другого кандидата. Ну, ладно, человек не пришел к врачу. Он потратил время врача, он потратил возможность другого человека получить помощь. Ну, окей. Скорее всего, никто не умер от этого. А вот что касается личных отношений, это очень интересная тема, потому что, ну, опять мы можем сами каждый вспомнить, что было в его жизни. Бывает, что человек пропал, и кто-то на эту пропажу реагирует абсолютно легко. Ну, ну не повезло. Ну, вот такой странный персонаж попался. Был и всплыл. Да, другие найдутся. Но, к сожалению, для многих людей, когда вдруг исчезает партнер или друг просто, человек, который тепло относился, вот это становится, как ни странно, а может, не странно, очень сильной травмой. То есть человек начинает переживать. Он начинает думать, в чем моя вина и что я сделал не так. Правильно. Правильно. Как, кстати, показали некоторые исследования, вот это
Когда человек испытывает, называется, умным словом, социальное отвержение, когда его избегают, он чувствует выброшенным, ощущение психологической боли, за него отвечают те же участки мозга, которые отвечают за ощущение физической боли. То есть человеку так же плохо, как и при какой-то физической травме. А по некоторым исследованиям, при этих ощущениях, да, по ним помогает не транквилизатор, не антидепрессант, а обычно болеутоляющий, типа парацетамол, тайленол и тому подобных вещей. То есть это доказывает, что одни и те же участки отвечают за эту боль. Но здесь, мне кажется, ведь если посмотреть на ситуацию с точки зрения исчезающего, ведь тоже может быть некий элемент манипуляции исчезнуть для того, чтобы кто-то страдал из-за тебя. Нет там такого мотива? Я думаю, что это может быть, конечно, но это не так вероятно. Смотрите, что такое, каким словом можно охарактеризовать страдающего, который стал жертвой гостинга, от исчезновения партнера? Уязвимость, ранимость. Это человек, который изначально очень раним, очень чувствителен, и вот такое отвержение для него – это не просто пропажа партнера, это какой-то крах, это обесценивание его, это полное неприятие его в его же глазах, его ценностей и тому подобных вещей. То есть это уязвимость, это болезненность, повышенная гиперчувствительность в этих отношениях. Давайте подумаем, от чего человек, который это гостинг совершает, который пропадает, почему он это делает? Но опять же, вот возвращаясь к мысли, которую я уже назвал, нет ли в этом некой такой причины обратить, как ни парадоксально, себя внимание, потому что если вспомнить, опять же, периоды какой-то первой влюбленности, очень распространенная история, когда человек, влюбленный в другого человека, допустим, не чувствует, или, как ему кажется, не чувствует обратной связи, он исчезает для того, чтобы тот помучился. Не звони ему, помните, вот это в американских фильмах очень популярно, не звони ему 2 недели для того, чтобы он страдал. Да, но он рано или поздно появляется снова. Ну, рано или поздно, да, но да. Все-таки тут вопрос, насколько исчезает человек. Я бы сказал, немножко другая история. Я бы сказал, что речь идет о том, что здесь, как ни странно, сталкиваются две очень эмоционально уязвимых личности. Потому что, скорее всего, человек, который исчезает, не позвонив, не написав, не поговорив лично при встрече, он очень боится этого разговора. Для него сказать кому-то, что «извини, но я ухожу, извини, мы не находим общего языка, ты не мой человек, я тебя не люблю, в конце концов, лучше расстаться». То есть лучше исчезнуть. Да, этот разговор для него огромное испытание. Почему? Потому что он боится навлечь на себя шквал упреков, шквал неодобрения, он боится видеть чьи-то слезы. То есть почему он боится? Потому что на него немедленно обрушится то самое чувство вины. То есть эмоционального контакта он опасается. Да, тоже чувство вины, которое загадочным образом испытывает покинутый. То есть покинутый начинает, вот как вы сказали, начинает искать в себе причину, что со мной случилось, что со мной, наверное, я как-то обидел, наверное, не соответствую его критериям, запросам, а может, я сделал что-то ужасное и сам этого не заметил. То есть объяснения для вины нет, а вина сама есть. Но ореол загадочности в этом есть, если мы говорим о, скажем, таком роковой красавице, который вдруг исчезает из жизни человека, оставляя себе такой шлейф, ну и больше потом не появляется. В этом есть некий ореол загадочности, как, во всяком случае, в литературе и кинематографе мы можем это следить. В жизни все это не так часто красиво, но тем не менее. Мы можем себе представить людей-манипуляторов, мы можем себе представить людей, скорее, это люди истероидного типа, для которых важны не отношения, а производимое впечатление. То есть сами по себе отношения мне очень интересны. Важно оставить след. Да, важно оставить. Почувствовать, что тебя полюбили, ты прекрасен или прекрасен, незаменим. И вот тогда можно бросить, пойти искать следующие подпитки своей самооценки таким же образом. Но мне кажется, это реже. Это намного реже. Есть на свете очень много людей, это часть другой проблемы, мы много раз говорили, умение говорить «нет». Очень важный навык.
очень важный и очень важный и очень сложный. Как ни странно, не такой уж и сложный. Ну, людям кажется, что сказать «нет» – это значит что-то разрушить. Я думаю, что опять не разрушить. Ну, сказать «нет» – это значит навлечь на себя чей-то гнев и неодобрение. Ну, то есть, испытать дискомфорт. И справиться с ним очень тяжело. Я думаю, что гостинг, вот что это подвид, то, что называется, токсических отношений. Ну, я скажу, это токсическое завершение отношений, можно назвать это так. Хотя, казалось бы, человек просто исчезает из твоей жизни. Очевидно, не просто. Я думаю, что когда сталкиваются покидающие и покидаемые, оба уязвимые, оба склонны к чувству вины. Только один сбегает для того, чтобы не испытать, а второй остается все это переживать и мучиться. Я думаю, и то, и другое – это люди с достаточно низкой самооценкой. Звонок у нас? Да, примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, я вас внимательно всегда слушаю вашу передачу. Вот в советское время был такой фильм интереснейший. Значит, группа детей детсада лет 5-6, и дали большую тарелку каши, и везде в сахарку подбросили, а одному соли. И говорит, какая каша? Сладкая, сладкая. А этому парню дали соли. Он плачет, у него слезы это, и повторяет сладкое. Вот и в жизни среди взрослых так получается. Вместо того, чтобы сказать решительное «нет» чему-то, люди пристраиваются, промалчивают. Вот что ваши уважаемые ученые может сказать по этому поводу? Как надо вести? Да, спасибо вам, но это так косвенно, конечно, касается нашей темы. Ну, имеет, к умению говорить «нет», это имеет отношение. Но это коллективное сознание. Таких опытов было много в истории психологии, где меньшинство в итоге убеждали, что они неправы. То есть нельзя идти против течения. Да, это люди, которым трудно сказать, ну вот это, а король-то голый. Люди, которым трудно сказать, ну, наверное, висела какая-нибудь картина, говорили, что это черного цвета, и она была черного цвета. Все равно утверждали, что она на самом деле синяя или белая. И в итоге кто-то сдавался и говорил, черт с вами, ну, синее, что поделаешь. То есть я так вижу просто. Но это мы ведь не случайно упомянули вот это неумение, нежелание сказать «нет». Это как раз относится к тому, что исчезновение становится альтернативой этому умению сказать «нет». Ты просто исчезаешь и решаешь таким образом свою проблему. Ну, сбежал. Как там было у классика? Горун бежал быстрее лани, быстрее, чем заяц от орла. Убегание. Но в то же время суицид – это тоже исчезновение тогда получается. Другое. Суицид – это разрушение себя. Конечно, это тоже может быть уходом от каких-то болезненных ощущений, но это совсем другая история. Я думаю, что человек, совершающий тот самый гоустинг, осознанно или бессознательно демонстрирует пренебрежение к чувствам второй половины, а может быть, даже он старается вообще об этом не думать. Очень можно найти себе много объяснений, я это делаю, чтобы не мучить, чтобы не вовлекать в болезненный разговор, скандал, слезы, лучше этого избежать. Но это все-таки продолжение жизни. Это все-таки желание начать что-то заново, правильно? Да. Суицид – это тоже конец. Риск повторения, когда человек гостинг становится наиболее приемлемым способом решения проблемы, с высокой степенью вероятности можно предположить, что человек вообще не из тех, кто умеет решать проблемы. Скорее всего, он избегает их решения. А гостинг только часть этого стереотипа поведения. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Программа «Диагноз недели». Оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Мы продолжаем. Это программа «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Хорель Резник-Мартов. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Пишите по WhatsApp 2-300-6191. Код плюс 371 для тех, кто, возможно, захочет нам позвонить из-за рубежа. Так что присоединяйтесь. Говорим мы сегодня об исчезновении. Давайте подумаем, почему для нас быть отвергнутыми, в чем это социальное отвержение, настолько болезненно. Это чувство, что тебя бросают? Это чувство, понятно, что ты не тебя нужен. Бросают. Я думаю, что есть такие исторические предпосылки. В принципе, в старые жесткие времена быть частью социальной группы, уметь объединяться в семьи, семья, род, племя и так далее, это было залогом выживания. То есть человек
не мог наедине с природой и наедине с враждебными другими людьми выжить. Он должен был быть частью чего-то. Есть же эти известные русские слова «изгой», тот, кого изгнали из рода. Есть даже слово «изверг». Что такое «изверг»? Я полностью обычно «изверг рода человеческого». Это человек, которого изверг род из себя, который изгнан и стал одиноким. Если мы вспомним, изгнание, в общем-то, всегда было на протяжении истории второй по жесткости мере после смертной казни. Ну, кстати, можно вспомнить фильм «Судья Дредд». Помните, как там провожали судей в изгнание, в одиночество? То есть это путь в никуда в какой-то степени. Человек, что такое человек, изгоняемый из своей группы? Это человек, который лишается... Ну, понятно, что это угроза жизни, понятно, что среди вражеских, враждебных народов, природы, хищников выжить очень сложно. Это еще и изоляция. Это изоляция, это одиночество. Отторжение. Это ощущение чувства вины. Это ощущение того, что вот все, кто тебя любили, от тебя отвернулись. Я думаю, поэтому до сих пор, как эхо той ситуации, для нас до сих пор очень больно быть отвергнутым. Опять, для кого-то больше, для кого-то меньше. Но это зависит в том числе и от самооценки, правильно? Насколько важно быть в этом социуме, и чтобы социум тебя принимал, и можешь ли ты сопротивляться, допустим, если большинство тебя отвергает? Можешь ли ты оставаться собой, или ты подчиняешься, скажем так, мнению этого большинства? Хотя появились некоторые труды по психологии, которые высказываются в защиту гоустинга. Ну, например, кто-то пишет, да, для человека это является... Особенно для уязвимых, единственный способ самозащиты. Но ведь иногда, наверное, каждый из нас хочет исчезнуть, правильно? Да. Или остаться в одиночестве на какое-то время – это важный момент, все-таки не навсегда. Наверное, нам всем хотелось бы не попадать в ситуацию, должен говорить «нет» жесткое, не должен сражаться, не должен находиться в конфликте. Я думаю, никому это не нравится. Не, но есть люди, которые получают удовольствие. Ну, кто-то есть, но их меньшинство. Я думаю, точно так же никому не нравится идея. И хотя, опять же, есть люди, которые любят драматичные прощальные сцены, они собой любуются. Есть классическая фраза «дело не в тебе, дело во мне» и тому подобные вещи. Так вот, когда мы говорим о таких ситуациях, это понятно. Но когда мы говорим о человеке, которые не любят сцены, их большинство, мы все хотели, чтобы все наши проблемы решались сами по себе. Не только расставание в том числе. Но расставание – это действительно очень болезненная история. Устройство на работу, уход с работы, расставание. Ну, да, как-то все по-хорошему, без скандалов и истерик. Так вот, кто-то из авторов считает, что каждый человек имеет право на свои способы психологической самозащиты. Поэтому действие для него гоустинг вот такая наилучшая самозащита, кто мы такие, чтобы его осуждать и запрещать ему. Но здесь, мне кажется, можно посмотреть на эту ситуацию с точки зрения того человека, который исчезает, и если он задумается над тем, хотел бы он, чтобы кто-то, кто ему дорог, поступил бы с ним точно так же. Ну, к сожалению, в этот момент это человек ведь... не ставит себя на место другого. И это ведь очень болезненная история, когда человек, который тебе дорог, просто исчезает из твоей жизни, ничего не сказав, ничего не объяснив и оставив вот это многоточие. Мне кажется, это самый жестокий способ расставания. Есть старый принцип такой. Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Если бы люди этот принцип соблюдали, мир был бы куда спокойнее. Была еще одна статья в поддержку гоустинга. Правда, это была статья исключительно о женском гоустинге. Написала ее автор, по-моему, принадлежащая к движению феминисток. И она написала, что, ну, во-первых, если мужчине уже сказали, что видеть его не хотят, а он все пишет, шлет смс и так далее, женщина вправе ему не отвечать. Но это вроде бы не совсем гостинг. Если человеку изначально сказать, что не хотят больше видеться. Но это игнорирование, которое, мне кажется, допустимо в ситуации. Ну, допустимо, если человека уже по-хорошему предупредили, а он навязчив, это его проблема, что он снова и снова просит ответа. Но дальше в этой статье была речь о том, что вообще мужчины, как известно, агрессивны,
склонны к доминированию, склонны к подавлению женской свободы и неуважению женских чувств. Поэтому женщина имеет полное право, заранее зная, что ничего хорошего дать не приходится, просто без всяких объяснений исчезнуть. Ну, это опять история вечных отношений мужчин и женщин. Мне кажется, мы здесь всегда задаемся вопросом, особенно когда бросили нас без предупреждений, насколько вообще нам хочется теперь положить силы, время, чтобы найти человека, который нас бросил, и задать ему вопрос. Если помните, был фильм «Ghostbusters» – «Охотники на привидений». Да. Вот термин «ghostbusting» тоже есть. У нас звонок? Да. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Да, здравствуйте. Вы знаете, вот когда человек исчезает из твоей жизни, очень мучает проблема, может быть, ты в чем-то виноват, что-то ты ему не додал или как-то обиделся. Вот это вот чувство вины, что ты виноват в его исчезновении, это очень сильно действует. Спасибо. Да, спасибо. Но это то, о чем мы говорили, собственно. Да. Ну и по большому счету, когда человек внезапно умирает, цинично давать это гоустингом, потому что кто-то вдруг взял и внезапно исчез из нашей жизни. И тогда человек начинает обвинять, как же ты посмел умереть, не предупредив. С одной стороны, человек начинает обижаться, классический крик, на кого же ты меня покинул, и как ты так мог с мной поступить. А другая тоже вещь, что сказала Лариса, когда мы начинаем действительно искать себе вину, когда мы начинаем задать себе вопросы, все ли я сделал, как я мог предотвратить, как я мог это удержать. То есть, в общем-то, это чем-то отдаленно похоже. Это, конечно, точно не одно и то же, но очень родственные ситуации по реакции покинутого, неважно, его близкий умер или просто ушел от него. Но мотивация имеет значение, потому что если мы говорим о скоропостижной кончине человека, то понятно, что это неосознанное решение, то есть вряд ли человек хотел умереть для того, чтобы вот исчезнуть из жизни другого человека. Так случилось по каким-то причинам. Насколько важна мотивация вот в этой истории? То есть исчезнуть для того, чтобы, там, не знаю, начать новую жизнь или расстаться с тем человеком, не предупредив его, потому что это может быть болезненно. То есть вот этот смысл. Смысл для того, кто исчезает? Кто исчезает, да. То есть насколько он важен. Потому что смерть – это все-таки это просто так стечение обстоятельств. И ничего уже ты не можешь в этом изменить. И вряд ли так было задумано. Смерть – понятно. Помните, в произведении было «Живой труп» было такое и так далее. Но мне кажется, человек, который исчезает, ну да, он, наверное, хочет начать микро-новую жизнь. Возможно, есть ситуация, человек просто уезжает в другую страну и больше не дает себе никогда знать. Но это вот тоже начало новой жизни. Процедура защиты свидетелей, ведь это, по сути, есть как раз вот эта история. Это другое. То есть человек исчезает из жизни практически всех, кого знает. Человек исчезает, потому что он таким образом спасает свою жизнь. Да, но он исчезает, не предупреждая, как правило. Увы, это одно из условий спасения жизни, это другая история. Тут если через сколько-то лет ты вдруг встретишь на улице, спрашиваешь, где же ты был, он тебе скажет, ну вот я должен был, у меня был вопрос жизни и смерти. Как вообще мы можем с гостингом, что нам делать с этим, как там защищаться? Ну, мне кажется, одна из самых важных вещей – это первым делом нам нужно сделать все, чтобы избавиться от чувства собственной вины, от этих мыслей, что, наверное, я плохой человек, или плохо заботился, или плохо любил, раз меня покинули, со мной что-то сильно не так. Но это ведь, извините, что перебил, мне кажется, это важный момент. Это, мне кажется, напоминает историю с детьми, когда разводятся родители, и ребенок чувствует себя виноватым часто, именно потому что отец исчез, или мать, ну, реже все-таки мать, потому что в основном дети с женщинами остаются. Но, тем не менее, это оттуда, вот, мне кажется, идет все-таки вот это восприятие, чувство вины за то, что кто-то исчез из твоей жизни. Ребенок, начинает взрослый, не способен себе все это рационально объяснить в принципе. Там, понимаешь, что-то плохое случилось, что семья распадается. И я в этом виноват. Ну, даже я в этом виноват не всегда осознанно, бессознательно. Здесь другая немножко история, но так же, как ребенку кто-то, когда, даже когда он уже вырос, кто-то должен объяснить, что дело не в тебе, дело в твоих родителях. Как говорят. Так вот, гоустинг. Человек должен понять, что
сам факт того, что вот так без предупреждения покинули, куда больше говорит о покинувшем, нежели о том, кого покинули. То есть это нужно осознать, и это нужно иметь в виду. Потому что, возможно, ты в чем-то виноват. Возможно, тебя покинули из-за каких-то обид, которых почему-то не решили тебе высказать. В любом случае, человек, как бы ты ни был в чем-то неправ, человек, который покинул тебя без предупреждений, поступил с тобой плохо, и этому трудно искать оправдание. Он ранил тебя, он знал, что ты будешь переживать, но он тебя ранил. Поэтому первое, что нужно затвердить себе, если вас покинули, искать бесконечно, что же я натворил, что же я сделал не так, что-нибудь бессмысленное занятие. Но чувство вины, чувство рациональное или иррациональное? То есть можем ли мы его контролировать и можем ли мы его корректировать? Вот в такой ситуации. Чувство вины, корни его практически всегда иррациональны. То есть мы не осознаем? Мы, конечно, не осознаем. Это бессознательная большая часть вины. То есть база вины будет бессознательной. Ее проявления и привязки к конкретным ситуациям будут осознаны. Но объяснить себе рационально, в чем же я виноват, всегда будет невозможно. Будет бесконечный перебор, перебирание самых разных вариантов. И это очень энергоемкое, энергозатратное, совершенно бессмысленное занятие. Ну, вот как белка в колесе. Ты бегаешь, ты энергию тратишь, ты устаешь, ты измотан, ты несчастен, но при этом ничего от этого не меняется ни в твоей жизни, ни в жизни окружающих. Поэтому, наверное, заранее задать себе вопрос: во мне причина в том, кто меня без предупреждения бросил, очень важно. Второе, наверное, это вопрос выбора себе партнера. Я думаю, что одна из важных один из важных факторов, предрасполагающих к гостингу, то, что наше общение в массе своей обычно виртуально. Вот то, что мы говорим о друзьях, ну, друзей у нас мало, но у нас куча друзей в социальных сетях. Ну, это то, что, в общем-то, можно назвать словом «знакомый». Или «незнакомый». Даже «незнакомый», «знакомый» в реальной жизни все равно. То же самое, что происходит на сайтах знакомств. Знакомятся люди, которые, в принципе, друг друга никогда не видели, ничего друг о друге не знают. Видят фотографии непонятного срока давности, когда они сделаны, может, 10 лет назад. Видят ту картину, которую им о себе хочет послать тот, с кем они знакомятся. Правда это или неправда, никто не знает. Кстати, очень много историй, которых я слышал, когда люди знакомятся, это знакомство, разворачивался бурный виртуальный роман, и когда дело доходило до встречи, один из участников этого романа просто исчезал. То есть он не приходил? Он не приходил, перестал писать, перестал отвечать, он мог удалить свой профиль из сайта знакомств. Почему? То же самое, человек создал вымышленного себя. И он потом боится, что реальный он не будет совпадать с тем образом, который он нарисовал. То есть или нарисовал другой человек, собственно. Ну, прийти навстречу, это, ну, не знаю, выйти голым на улицу. Потому что все привлекательные черты, которые он себя наделил, возможно, их нет вообще. А возможно, он сам не верит в то, что есть, и боится прийти. Но факт остается фактом, человек действительно боится с него выйти вот таким, как будто выйти на суд. Для него это не свидание. Он не может прийти и сказать: я такой, какой я есть. То есть он боится разочарования. Он боится, что другой человек посмотрит на него или скажет ему что-то, или воспримет его не так, как он хотел бы. Да, но в первую очередь дело в том, что он сам не нравится себе. То есть проблема в этом конкретном человеке. Конечно. Он сам не нравится себе, поэтому он искренне не верит, что его не отретушированного в анкете на сайте знакомств, не выдуманного и приукрашенного в переписке, вот такого можно полюбить или хотя бы увлечься. Поэтому это избегание. Но мне кажется, вот эта наша среда социальных знакомств вообще призрачна. Вы сами знаете, комментарии, переписки. Мы общаемся с людьми, которых иногда и зовут того, что не так, как в жизни.
И аватарки у них не имеют ничего общего с реальностью. Но они пишут, они вызывают какие-то эмоциональные отклики. Мы иногда пишем им в ответ, вовлекаемся в какие-то отношения, которые... Это тоже гоустинг, потому что отношения призрачные. Ты имеешь дело с призраком, а не с реальным живым человеком. Ну, вопрос, наверное, в том, осознаешь ты это или не осознаешь, потому что я могу сказать, что мой Facebook как рабочий инструмент, открытая площадка, и там появляется много людей, я уже вижу, что это, например, нереальные аватарки, нереальные люди. За ними стоят реальные люди, которые приходят с определенной целью. Например, я вчера опубликовал фотографию, где изобразил двух чаек. Я не профессиональный фотограф. Пришел человек с нереальной аватаркой, который, возможно, после этого эфира напишет, что я об этом упоминал, потому что он все время слушает, и он нашел, к чему придраться в этой истории. Этот человек, у него нет реальной фотографии, у него нет реального профиля, но он приходит для того, чтобы высказать свои, ну, в данном случае, негативное какое-то мнение. Я понимаю, что эти отношения призрачные, этот человек никогда не будет в моей жизни, наверное, в реальной, но, тем не менее, он там есть. Вопрос в том, осознаем мы это или нет. Мне кажется, важно. Я понимаю, что, ну, с этим человеком не имеет смысла спорить, потому что есть он, нет, ну, по большому счету, мне все равно. Да, ведь вам все равно, но многие вовлекаются в эти споры, идут с призраками призрачные дискуссии. Кстати, о призраках есть еще такая альтернатива гоустингу. Помните, когда-то был такой мультик «Каспер. Дружелюбное привидение»? Да, конечно, доброе привидение. Да. Вот есть выражение «касперинг». Это человек, который... Добрый призрак. Он, ну, он с прежним расстаться, тебе обязательно встретится, расскажет, извинится, скажет, что ты хороший человек и так далее, и только-то попрощается, расстанется с тобой. Есть эти отдельные инструкции для людей, которые хотят расстаться. Например, многие говорят, когда расстаются, извини меня. Некоторые психологи говорят, что не надо извиняться. Как только ты извиняешься, остаешься в положении виноватого. Достаточно все того же, твердого нет. Ты мне не нравишься, ты не мой человек, я не вижу у нас будущего, поэтому нет. Но это ведь не очень деликатно. Здесь как раз, расставаясь с человеком, возможно, если, допустим, он этого не хочет, ты делаешь ему больно, и ты пытаешься смягчить это. Ну, берешь вину на себя, например. Да, но... Ведь опять мы говорим о вине. Кто-то обязательно должен взять на себя вину. Потому что, когда страдает другой человек из-за тебя, наверное, срабатывает бессознательно, что да, возможно, у вас нет будущего, возможно, ты прав, что вы расстаетесь, но, тем не менее, делая больно другому человеку, наверное, волей или неволей срабатывает модель жертва и, в общем-то, и не жертва. Давайте разделим. Я всегда говорил, что есть... разница между «я обидел» и «он обиделся». Если я совершил нечто оскорбительное, какие-то ругательства, унизил человека, это «я обидел». Если я человеку просто сообщил, писал перед фактом, что... Ты мне не нравишься. Нет, потому что наши меня не устраивают. Я не хочу принимать участие. И человек на это обиделся, это его проблема. Ты не делал ему зла, ты его не оскорблял. Тут то же самое. Ты не должен извиняться. Это как только появляется мячик вины, перебрасываемый, становится бесконечной историей. Если ты человеку... Конечно, если ты сказал ему, ты жалкое, уродливое существо, я тебя видеть, я не хочу, это оскорбление. Это ненормальное расставание. Ты говоришь просто, нет, я не вижу у наших отношений будущего, мне неинтересны и привлекательные отношения люди другого типа. Это может быть жестковато, но это честно, это не грубо, это не оставляет человека с бесконечным чувством, с бесконечными гаданиями, чем же я нехорош, чем я обидел кого-то. Но это ведь очень сложно делать психологически, потому что ты видишь человека, допустим, ну, если мужчина расстается с женщиной, там, парень расстается с девушкой, и он ей говорит, я не вижу, ну, допустим, у них были отношения, какие-то развивались и так далее, он говорит, я не вижу будущего. Ты мне не нравишься, или мне не нравятся, какие у нас отношения. Ведь далее очень сложно сохранить вот эту невозмутимость театральную и, в общем-то, не податься каким-то эмоциям и не извиниться за то, что ты делаешь больно человеку. Хотя, опять же, возможно, ты и прав, и все это нужно прекращать вот так четко и жестко. Наверное, здесь каждый
вправе выбирать для себя ту форму, какой будет расставаться. Я хорошо знаю людей, которые говорят, ага, ты извиняешь, значит, ты знаешь, что ты не прав. Ну, то есть так, к этому можно привязаться. Конечно, конечно. Поэтому я думаю, что да, наверное, ты понимаешь, что говоря кому-то «нет» в самых разных ситуациях, ты доставляешь ему дискомфорт. Ну, мы в ответе за тех, кого приручили. Вспомните, не всегда. Не в за них. Не всегда, да. А поэтому я думаю, что, завершая эту тему, призрачность всегда нехороша. Призрачные отношения всегда будут мучительны. И вот призрачные расставания, они, конечно, плохи, потому что они ранят кого-то обязательно. Но отношения тоже призрачные, где явно нет близости, но она надуманная, и они поддерживаются только из желания не задеть и не обидеть, это тоже призрачность, тоже гостинг. То есть лучше пусть будет реальная жизнь, реальное очертание, чем некая такая дымка, да? Всегда, что такое происходит, ищите охотников на привидения или включайте в самом себе. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу непризрачную программу «Реальная рель». Резник Мартов был в студии. Меня зовут Вадим Родионов и реальный звукорежиссер Родион Золотарев. Спасибо, Рель. Всего доброго. Всего доброго. И до свидания.